оставлять или нет? Ну правильно, мы, извини, нам сейчас скажут, колитесь. У меня плохие, к примеру, плохие анализы, мне нельзя делать, может, вот, год, может, два. А мне врач говорит, я вам подписывать никакие документы не буду, идите и колите. Я говорю, вы ответственность сдаете за меня, но вы сами подписывайте документы все. Да. Я не хочу. А принуждают работать не дают этого человека. Пусть в онкологии то же самое разрешено. Ну, я хочу, чтобы все понимали, что никакой вакцинации нет. Что есть эксперимент. Есть эксперимент.